На всякий случай начинаю запись. Давай, Генри Киссинджер. Что видишь? Старика вижу. Угу. Череп большой, лицо узкое, тут волосинки вот так торчат в Угу. разные стороны. Глаза, вот, веки красные, глаза впалые. Ну, вижу человека. Да, или живой, или вот Почти. недавно переход. Или скорости переход. Скорости. Это понятно. Сейчас ускорим. Дело не в этом. А кто он в рое, его функции? Понятно, что высший масон. Я не знаю, как эта функция называется. Я просто слушаю, слышу слово «соглядатый». За кем? Смотрящий. Так, Да. А кому он отчитывается тогда, если он присматривает? Как за пасекой присматривает, да, какой-то. Пасечник. Нет, матка-то понятно кто, а пасека наша планетка. Что он, его функция, кем он был раньше в рою, понятно, не в этом. Он стал одним из четырех приближенных. Столб какой-то. Там как четыре столба были. Да, квантовые компы, которые в центре, другое пространство, портала и прочее, много чего начинается. Наложением люди себя ассоциируют и как бы, ну, через них действуют. Он как за роевой силой присматривал, вот за количеством, за всем, за всем. Это не только как военный, но как тот, который смотрит за всем. Там были разные функции. Одни там выбирали пространство или удерживали пространство. Он именно за живой силой или рабочей силой. Вот все общей картины. Этот не тот, который только армия. Там кроме армии были еще Да, другие функции. Китай, он начал Азию все поднимать. Это его проект был. С нуля Китай. С диких голодных муравьев. Да, за численностью, ну не то что население, за численностью роевой силы смотрел. Увеличение притока и все прочее, усиление. Это он в рое этим завидовал. Как давно он пришел в рой? Раньше меня, позже? Мы пересекались? Мне идет информация, что позже. В тот период, когда тебя там не стало. Угу. Я тоже что-то не чувствую. Еще остальных трех подсвети. Кто они? Они связаны семейными узами. Зашибись. Тогда всех четверех. Что-то там, компики, медузки, что-то есть у него еще? У него медузки есть, но они не встроены в его тело эфирное даже. Они внутри этих компиков. Компики такие интересные. Они имеют структуру полую внутри. И они в этом пространстве плавают, медузки. Они защищены квантовым полем, вот этим по периметру, и в то же время влияют на качество и количество информации, на ту информацию, которую обрабатывает компы. Как-то так идет. Не совсем понимаю. Или совсем не понимаю, просто говорю. Позови синего, спроси, что с этими делать компами и медузками. Это медузки тоже не живые, это квантовые аналоги живых медузок. Синий говорит. А где сами компы-то сейчас? Я их пытаюсь видеть на территории Земли, и мне идет просто слово какие-то космические проекты. Угу. Может, где-то на каких... Или на станциях, или где-то на Земле те, которые обслуживают эти станции. Да, я вижу, но куда эти космические корабли? Они же не созданы на Земле. То есть эти космические проекты, получается, для обслуживания компов роя, они летают, что ли, реально? Реально. Труд. А зачем там люди? Рой не может сам еще обслуживать. Не поняла, о чем Люди ты. зачем? Космические проекты в нашем муравейнике.
прости, как-то мысль ушла. Не могу связать, к чему это ты спрашиваешь. Вот, блин, перемкнула. Где эти компы физически? Космические проекты на Земле делают, что там ракеты, тарелки и прочее. Куда они летают? Мне идут космические проекты, что они находятся где-то на орбите. Они выведены из пространства, вот, ну, не на Земле именно физически, а где-то в пространстве, в атмосфере, на орбите. Вот так Сами как-то. компы сделаны на Земле уже, либо это роевые компы в космосе, но космические проекты это наши силы летают и обслуживают, контакт держат с ним. Они сделаны на Земле, но технологии даны еще старые роевские. А когда они были сделаны? Семьдесят третий, 78-й. Как раз стал госсекретарем 77 и 78. Да, вот почему 78 год. Отлично, отлично. Собачки, пусть понюхают эти компы. И снесут нахрен, где бы они ни были. Все четыре. Компик еще в голове, в спине, у него замечательно. И внизу. Ты Крутой. это тоже сделал, да, я увидела. Какие ритуалы он проводил в течение своей жизни? Ты знаешь, такое впечатление, что его как чистом держал. Несколько в самом начале, а потом только ему перенаправляли, как переадресатом он был, на него силу направляли. Он во множестве не участвовал, его держали белым чистым. Давай посмотрим, как работают вновь прибывшие военные. Позови одного. Личный состав, да, вижу. Покажи вот этого и скажи цель уничтожить. Что происходит? Я поняла, да. Что происходит? Приказ выполнен. Подсвети еще 4 столба и скажи, всех, кто с ним связан, уничтожить. Что они делают? Ты смотри на эфирке. Я вижу хорошо, как они делают. Они пускают какую-то как пулю вот сюда в лоб, но не происходит, как на физическом плане, что пуля входит, кровь и все. Да отсюда идут такие голубые, как разрастается полностью по всему телу, вот такая вот, ну как сетка или паутина, что-то вот идет. Разрушение именно на квантовом уровне. У них там нету компа как такового. Они все как через все пространство ихнего тела закачан комп. Это даже не платы в голове, это полностью все тело. Байден, то же самое.
Как вроде вот можно сказать так, знаешь, чтобы попроще, что одно какое-то эфирное тело полностью заменено на квантовую составляющую, вот Да, плата полностью. ходят квантовые компы, которые слабо привязаны к квантовому компу на материю. Почти уже нематериальные квантовые компы, которые вот мы вызываем. Байден, Камала, Клинтон. Показываем все цели. Пусть копируются. Вот для чего они чудесно подходят. Они просто убирают квантовые составляющие из тех людей, которые модернизированы таким Да. образом. А теперь говори, свободная охота. Показывай штаты и скажи за год очистить всех, сколько нужно личного состава. 600 человек будет достаточно. Вперед. Пусть копируется. Покажи Трампа с компанией, скажи, это свои. Да. Покажи планету и еще отдельная группа тысяч человек чистит все. Они очень хорошо подсвечиваются, если смотреть на эту планету откуда-то немножко сверху. Сосредоточение таких людей, это идет по побережью Европы. В России это где-то два города, это, по-моему, Москва и Питер, вот так недалеко. А потом мелкие огонечки, вот там именно возле Японии, не Япония, а внизу, вот там вверху какие-то города, вот там есть еще такие группы по несколько человек. А далее рассредоточение достаточно мелких между собой групп. Пусть начинают с Дальше. России. Дальше идет на Азии, это Китай, там довольно большое рассредоточение таких людей, довольно большое, Япония не очень много. Ну и дальше там единичные уже пошли. В Израиле есть такая группа, довольно серьезная, как не знаю, 26 человек или сколько там, или 16, или 26, какое-то такое количество идет таких людей, усиленных подобным образом. И пусть уничтожают квантовые компы собачек. Собачкам показываются. Собачки таких людей находят. Находят квантовые компы и кушают. Да, эти люди хорошо видны, если на них смотреть сверху, они как голограмма, их эфирная часть, но она между телами, а их же так не найдешь никак. Чудесно. Реально, охотник с собакой. Хорошая группа получилась. Да, свободная охота. Выслеживание всех связей. Устранение одного, выслеживание всех связей и поиск следующего по связям. Собачка показывает, кто. Они хорошо подсвечивают сейчас от земли. Один военный поднялся вверх и как на планшетку занес координаты. Можно их всех не беспокоить, просто эту подсветку отключить, чтобы они не дергались, жили спокойно, пока к ним доберутся. Координаты Ты у этой группы свою есть. отключай, да. Дальше они сами. Да, засечены цели, ориентиры, и они уже доберутся. Отдельно саудиты, потом отдельно Южная Корея, что-то всплыла. Естественно, Лондон.
Южная Корея и Китай по большей мере это как какие-то более, знаешь, дешевые копии. Зато их много. Да, много, но они как-то подешевле сделаны уже. Ширпотреб, может, стали. Недавно начали. Естественно, как таких, как Киссинджер, мало. Мало. А, посмотри. Кроме Киссинджера. Рокфеллера покажи. Билла Гейтса. Понятно, Хиллари Обама и все остальное. И Голливуд. Ну, они сами знают все. Ладно, бой. Да. Как работают вчера запущенные молотилки? Молотит. Я по спине свои чувствую. Все нормально, может там камни где-то. Что-то они не могут перемолоть. Жалоб нет. Хорошо. 3 года это не очень большой срок, но и не очень маленький. Медленно, спокойно идет. Киссинджер. Возвращаемся. Какие ритуалы он с кем проводил? Еще раз, какие у него цели глобальные? Первые ритуалы, которые проводились при момент посвящения, и сразу как быстро очень перепрыгивал. Там буквально несколько, и они не слишком обременены, скажем так, кармическими отработками. Остальные все делали за него, и на него только перенаправляли силы, соответственно, кармическую отработку сбрасывали на большое количество людей. Так, цели и ориентиры примерно такие же, как были у Роя, и примерно такие же, как были озвучены по его программе. Пасечник удерживает количество пчел в каких-то оптимальных рамках и Какие-то смотрит. взаимодействия с Трампом, программы, его цели, отношения. Выкурить. Как давно это началось? Знакомство и взаимодействие на уровне 97-го года. Может, знакомство и раньше, но какое-то вот взаимодействие, что-то между ними. 97-й год. Потом 8-й, 16-й уже более плотно, а 1-й и 2-й год, даже не 2001-й, 2002-й, 2008-й, такие вот базовые точки. 12-й, 16-й дальше пошли. Его отношение к товарищу Сталину, его мысли, может, ритуалы какие-то он участвовал. Отношение опасности он чувствует от него. Ритуалы на начальных стадиях посвящения, да, проводились. Его сила была подключена, у него достаточно много ресурсов и сил было в начале, даже вот на начальных стадиях посвящения. Какая ложа вначале его посвятила? Мне почему-то идет лондонская. Я понимаю, что жил он, вероятно, где-то, но я сейчас без анализа, просто лондонская. Хорошо. Всех, кто такого же уровня, подсветите теням. В первую очередь пусть забирают. Да, хорошо. Стандартно судья и зачистка пантерками. Хорошо. Почему вылез этот Клинтон, муж Билл? Не знаю, что он рукой машет. Может, он привлекает внимание снайперов, охотников. Как он связан с Киссинджером? Или он один из четверых? Те, что четверо довольно, ну, такого возраста постарше. Хорошо, Билл Клинтон. Кто он
то был ли в рое. Билл Клинтон. А табаба чувствуется от Клинтона, я почему-то не чувствую. Че он вылез-то? Всплыл. Пустышка. Его держит тоже квантовый комп. Да, он как фигура накачанная резиновая вверх поднимается. Да, вот именно так всплыл, как баллончик. И чё? Пустота какая-то, я не вижу там какой-нибудь такой. Хорошо. В Украине кто-то есть такой накачанный компании? Один, два, три. Больше пока не вижу. Ну, покажи им тоже. Отдельная группа. Как поживает символ мироздания и каналы наши? Все хорошо. Вы вчера смотрели. Позови парикмахера, двух и мужчину, и женщину, и ребятки. Те, кто взаимодействует с символом, люди, посылай им парикмахера. Автоматически. Да, это программа, которая отрезает привязки к эгрегориальным структурам, чистит ментальный мусор. Да. Антенки, то бишь волосы, связи со Вселенной восстанавливают, расчесывают. Да, восстанавливает связь со Вселенной. Голову моет, блох вычесывает и приводит мысли в порядок. У кого как. Но есть и такие случаи тяжелые. А тараканов с головы поубирает? Ну вот я говорю, блох, да. Всего у нас достаточно на сегодня, да, бра?